Брещанин Александр Варицкий от предложения пройти флюорографическое обследование в передвижном кабинете рентгенографии «Пульмоэкспресс» и получить консультацию от специалиста отказываться не стал. Отмечает, что за состоянием здоровья следит, поэтому для него важно вовремя делать медицинские обследования, тем более, когда далеко ходить не надо. На этот раз флюорограф шаговой доступности. Я, допустим, целый год не делал этого, не проходил флюорографию, а сейчас очень... Проходил случайно по Советской, и такое здесь получилось, что предложили мне пройти этот медосмотр, и я согласился. Очень удобно, очень хорошо, без никаких лишних затрат, времени. Быстро, эффективно. Студентке психолого-педагогического факультета Брестского государственного университета имени Пушкина Анастасии Нечипорук и Людмила Магдисюк состоят в волонтерском движении Красного Креста на протяжении 2 лет. Девушки рассказывают, что главное в их нелегкой деятельности не пройти мимо и в нужное время оказать помощь людям. Сегодня они настоящие пропагандисты, в руках которых различные буклеты и брошюры. Основная наша задача является информирование людей о такой проблеме, как борьба с туберкулезом. Мы считаем, что необходимо приобщать людей к здоровому образу жизни, и необходимо, чтобы каждый из нас заботился о своем здоровье. Поэтому мы сегодня, в этот день, мы все выходим на улицы, чтобы помочь нашим людям в борьбе с этой проблемой. Акция «Белая ромашка» – это символ свежего чистого дыхания. Основная цель – информация о заболевании, о проблемах заболевания и о профилактике этого инфекционного заболевания. Туберкулез легче предупредить, чем потом его лечить. Практически 85% случаев заболеваний выявляется при профосмотрах. Это говорит о том, что необходимо регулярно проходить рентгенфлюорографическое обследование. Надо отметить, что по сравнению с 2017 годом наметилась тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом. Если в 2017 году была заболеваемость 19,6 на 100 тысяч населения, то в 2018 году эта цифра составляет 18,6. Неравнодушные к данной проблеме брещане с интересом присоединились к акции и рассказали, насколько актуальной для них оказалась данная информационная кампания. В городе вельми добре проводятся акции, мероприятия, которые накированы на сохранение здоровья нашего населения. И сегодняшняя такая акция, которая проводится с супертуберкулезом, это очень важно для города, потому что туберкулез – это саправды хвороба эпидемичная, которая может захопить многие слои населения, и тому потребно проводить так часто такие мероприятия для того, чтобы избежать этих захворваний. Юлия Силюк, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.